Всем доброе утро! Вы сейчас обалдеете с того, что я вам покажу. Это антивозрастная подушка Anti-Age против признаков старения. А бренд Beauty Sleep. И, девочки, я давно про нее наслышана была. Но вот, наконец-таки мне предоставилась такая возможность ее заказать. У нее, вот посмотрите, такая вот специфическая анатомическая форма. И против морщин. В чем прикол? Когда вы спите на боку, ваше лицо не мнется, вот как на картинке. Здесь вот такая выемка. И за счет этого ваше лицо не приминается. Потому что советуют же не спать на лице, и вообще как бы это вредно. Еще она якобы уменьшает отечность, и ортопедическая эта подушка, и самый еще классный бонус, то что к ней я заказала вот такую наволочку, она шелковая, 95% натуральный шелк. Я вернула коробку, чтобы вам было наглядно, понятно. Во-первых, она ортопедическая, ну, для спины полезно, это для меня комфортный сон, и материал Memory запоминает вашу форму. И вот выемка для лица, для зоны фиксации головы, для сна на спине, валик, поддерживающий голову, шею, плечи. Вот смотрите, это обычная подушка, как мы спим. Мы приминаем полностью лицо. И с этой подушкой вы спите отлично и не приминаете лицо. Проверим, какая она приятная, мягенькая. Давайте ее положим на кровать. Это она, вот так эта подушка выглядит без наволочки. Здесь как будто ступенька. Надела я наволочку, она жемчужно-белая, шелковая. Так давно хотела шелковую себе наволочку. Вообще хотела себе ортопедическую подушку. А тут еще и она от приминания. Буду сейчас тестить. Я без макияжа. Слушайте, ну да, вообще не приминает. Получается, голова лежит, как бы полностью ухо лежит, а лицо не приминается. Волшебство. Ну вот смотрите, да, какая разница. Вот моя старая подушка, глаз, щека, губа, полностью лицо приминается. Вот новая подушка. О! Magic. Посмотрите, вообще ничего не приминается. Кроме уха. Только ухо, но наоборот классно. Ой, супер! Слушайте, и на затылке тоже очень удобно лежать, как будто бы валик под шеей. Класс. Я сейчас усну. Сара попросила сегодня в школу ланчбокс. Она иногда просит домашнее. Мисо-суп, рис, потом она в него кладет перчик, яблоко. И это бифидобактерии, тоже азиатский такой напиток. Как видите, она у нас по-японски питается. Это ее выбор. Это ее выбор. Вот. Но это лучше, чем американская еда. То, что им дают. Так что вот такой у нас бьюти-бокс. Это специальный такой термос для супчиков. Вот, закрывается плотно. Холодное сердце. Ну вот он, настал этот момент, когда нам наконец-таки месяц спустя передали фотографии Сарыны со школы. Одна большая есть, но на другом месте у меня сейчас лежит. Ну, и все, в общем, одинаковые, разных размеров. Ну, посмотрите, да? Выбора у меня не было. Один раз одна попытка. Не поправили ей волосики. Ну, хоть улыбнулась чуть-чуть тогда. Эх, но мне кажется, я сфотографировала ее в 100 раз лучше, и за это я еще отвалила $40, да? В принципе, если хотя бы раз в год фотографировать, или там два раза в год, нормально, но недешево и нет выбора, получается. У Сары была книжная ярмарка, где они выбирали книги, которые им нравятся, и записывали на листок, приносили домой с ценами сразу. И мы должны были, родители дают деньги. Это как, знаете, донейшн, потому что книги стоят немножко дороже, чем в магазинах, но якобы ты таким образом помогаешь школе. И Сара выбрала для себя вот эту книгу с палочкой. Эта книга стоила почти $20. Пока не убежала в магазин, хочу рассказать, для чего я ищу платье. Да, я ищу платье такое вот торжественное, нарядное, красивое.
Оно мне нужно для одного очень крутого фестиваля, который уже третий раз, по-моему, проводят в Орландо, около нас здесь. И будет он с 22 ноября по 25 ноября. И девчонки, мальчишки из Орландо, кто хочет посетить, встретиться со мной, приходите. Я ссылку оставлю в описании под этим видео. Дело в том, что это масштабное мероприятие, в котором принимают участие дети, конкурс талантов. Представляете, дети со всей Америки приезжают, с разных штатов, наши именно русскоязычные дети. Я очень рада, что меня пригласили на данное мероприятие в качестве инфоспонсора. И я рада, что познакомлюсь наконец с организатором данного мероприятия. Это Андрей Маргунов, американский композитор с русскими корнями. Он пишет песни, он продюсирует проекты, он еще и актер, в общем, такой известный человек. А в общем, все это он организовал и нашел меня, пригласил. Я так рада. Приезжайте тоже на данное мероприятие. Ссылку оставлю в описании под этим видео. Более подробно про планету искусства я уже буду рассказывать потом, когда буду снимать это видео. Сейчас нужно найти платье, подготовиться. Хотите знать, сколько стоит маникюр, педикюр, гель в Америке? Не знаю, почему побежала в салон. В общем, подружка посоветовала, сказала: классный мастер, иди. Ну вот и пошла. Посмотрите, эта работа считается неплохой, в принципе. Потому что кутикулу она мне не позаливала, как бы все аккуратно, в принципе. Но по 3 слоя лака здесь есть. Я думаю, что он лопнет. Но буду надеяться, как обычно, на лучшее. В общем, чтобы вы понимали, педикюр гель, маникюр гель стоит $60 без чаевых. Это еще маленькая цена. Это еще считается недорого. С чаевыми я отдала $70. То есть я отдала и $10 на чай. Мы сейчас не светились. Мы приехали в Forever 21, но, как обычно, забежали, потому что здесь новая коллекция рождественская, посвященная Рождеству. И Гринфич, как он, Сара? Гриффиндор. Потому что новый мультик вышел. Гринч. Гринч. И они сделали коллаборацию с Forever 21. Вот такие классные свитера и кофточки продают. Но самое прикольное, это свитер елка. Да. Придем к тебе в гости. Вы бы надели такой? Да, я бы надела. Ну, я бы надела куда-нибудь на вечеринку. Прикольно смотрится. О, это тоже новое. Спитанное. Пойдем, смотри, блестящее платье. Мама твоя сразу на блестящее платье. 225 Michael Kors. Но мне не нравится, хотя нравятся прикольные такие вот рукава, как у рыбки. Красивое такое. Может, на Хэллоуин такое? Пошли. Но мне такое впечатление, что у них старые коллекции в Michael Kors. Либо такие более деревенские. Ой, а вот это красивое. Кстати, вот это неплохая блузка. Как будто бы мокрая. $165. Нам нужно нарядное... У тебя-то есть платье, у тебя их миллион. А мне нужно найти... Вот у Сары есть уже платье на торжество. Торжество? Да. Торжество? Мы поедем с тобой в Орландо через 2 недели. Кельвин Кляйн. Мне такой не нравится. Цветочки непонятные. $134. Это похоже на... Слишком оно простое и такое взрослое, мне кажется. Вот заметьте, какие модели старомодные, потому что мы в деревне живем. Вот здесь в Диллардс тоже есть платья нарядные. Опять же, здесь все такое бабское и старомодное. Хотя есть кое-какие модели интересные. Ну, дочь, это такая... Падает манекен. Пошли. Чисто красное, потому что Рождество скоро. Представляете, скоро Рождество, Новый год, и они вперед красные платьишки выставят. Мне нравятся типа таких вот. Вот чтобы оно было блестящее, по фигуре, длинное, но не серебряное. Вырез. Да, но здесь вырез такой вот высокий. Ну хотя вырез то наоборот интересный. Не знаю. А вот... Нет, это слишком колодкой. Колодкой. Видите?
А вот это еще смотри. Видите, моя мама сошла с ума. Вот это тоже ничего. А вот это? Это на бретельках. Ну, посмотри, вот это легкое, красивое. Да, это тоже красивое. Так, ну это уже, знаешь, если ничего не найдем, то это как вариант. Вот это. Может быть, еще мне красное померить. Все-таки это будет день благодарения. Да. Я, да, ну спина, посмотрите, какая красивая, открытая. Такое платье стоит $89, в принципе, всего лишь. Да, неплохое, можно померить. Здесь еще чашка, так что можно без бюстгальтера. Красивое должно быть, вообще ничего, кроме елок и мишек. Гора мишек, да. Елка из медведей. Вот вам идея, лайфхак, да? Елка из медведей. А. Смотри, но все равно это так интересно, елочка из медвежат. А вот уже как индейку готовить на День благодарения. Скоро Новый год, а ты в платье летнем. Мама, вот я тебе и говорю, у меня нету новогоднего настроения. Да, новогоднего настроения. Ничего здесь не нашли. Может быть, как крайний вариант будет красное платье. А если нет, то поеду в International Mall в Тампу. Там есть Zara, H&M и что-то в этом роде. Посмотрим. Пока ничего не вижу. Ну, может быть, красное платье я надену, не знаю. Смотрите, какой красивый уже каток у Сары здесь, рождественский. Все, и в Starbucks уже стаканчики поменяли, рождественские теперь. Рождественский, что ты ешь? Снеговика, а ты вся в печенье. Сегодня у Юли день рождения. Ура! И мы едем праздновать вечером. Валерия, выходи. Да тебя уже увидели. Мы с подружкой Валерией собираемся и выезжаем скоро. Да выходи! Она криво, говорит, губы накрасила. Кто-то меня Сарочка тоже видит. Едет вместе с нами, да. И Джерка тоже. Джерка не едет. Я сегодня в платье любимом. Черное такое бандажное платье, вообще шикарнейшее, как же я его люблю. Джерика, готов? Да. В общем, мы едем к Юле на вечеринку. Ура! Вот так мы заехали в однодолларовый магазин и купили шарики на день рождения к Юле. Теперь можешь тебя снимать? Можно. Кто меня везет? Роковая детка на Марсе красном вообще. У нас будет шикарный подъезд с Сен-Питу. Смотрите, какая у меня подружка красивая. Между прочим, фотограф очень известный. Tampa Bay. Так я в этих шарах. Смотрите, какие шары красивые. Вот мы идем вот в этот ресторан. Рококо Стейкхаус. Ребята, всем привет еще раз. Я такая счастливая, потому что собираюсь сейчас на концерт. Прилетел Эд Ширан в Тампу и собираются все на большом стадионе. Я иду туда вместе с друзьями. Я такая довольная, потому что это мой первый концерт здесь. В Тампе в самой, и я очень давно не посещала концерты, и я прям в предвкушении, мне кажется, это будет потрясающе, потому что он такой крутой, он такой классный, у него все песни хиты практически. Но я думаю, вы, когда погуглите, вспомните, кто это, потому что я вначале тоже на слух такая не поняла, кто прилетает, а потом такая, о, да, это же он, вау, это же его песни такие крутые, так что... Беру вас вместе с собой на концерт, покажу, как это все происходит, и поехали. Приехали на стадион, это большой футбольный стадион в Тампе. Здесь будет концерт проходить. Thank you.
Let you break down my wall. 'Cause if you like the way.